Друзья, привет! Новый Лада Тольятти, меня зовут Денис. Сегодня я вам хочу показать автомобиль. Сейчас клиент у нас оформляется. Местный клиент из города Тольятти приобретает Лада X-Ray в комплектации Classic с кондиционером. Вот, уже второй день подряд забирает X-Ray. Видимо, спрос на X-Ray пошел. Вот, друзья, знакомьтесь, автомобиль Лада X-Ray. Комплектация Classic с кондиционером. Автомобиль 2020 года. Наружные зеркала окрашены в цвет кузова с повторителем. Ручки дверей, к сожалению, не окрашены. Стоят колпаки на 15 штампованных дисках. Идет автомобиль. Шины 195-65R15 Pirelli. Вот. По салону у нас идет два передних стеклоподъемника. Ручки дверей черные матовые. Есть регулировка водительского сидения по высоте. Подушка безопасности рулевая. Пассажира. Кондиционер располагается вот здесь. Здесь идет аудиоподготовка. Музыки нету. Вот. Потом сзади автомобиля добавился, кстати, можете обратить внимание, подстаканник для задних пассажиров. X-Ray, кстати, интересно, очень идет всегда товарный автомобиль вот с такой пленкой заднее сиденье. Все X-Ray, сколько приходили, все автомобили вот так вот. Вот, карты дверей задние тоже. Обычные весла идут. Все черненькое, нет вставочек, в принципе. Ну, бюджетная комплектация. В принципе, багажник открывается с кнопочки. Вот такое, такое багажное отделение. Ну вот, друзья, простейшая комплектация с кондиционером. Двигатель 1.6. 106 лошадиных сил. Комплектация Classic плюс кондиционер. Рекомендованная розничная стоимость данного автомобиля составляет 684 900 рублей. Это автомобиль 2020 года. С учетом скидки за наличную оплату вы можете этот автомобиль приобрести за 640 тысяч. Вот, за 640 тысяч вы получаете со скидкой вот такой вот автомобиль с кондиционером, двумя подушками, двумя передними стеклоподъемниками. Так что, друзья, кому интересно, Viber, WhatsApp, пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой Instagram. Вот, я отвечу на все ваши вопросы, в принципе, по автомобилю. Может быть, вас интересует какой-то другой автомобиль, задавайте, не стесняйтесь. Вот. Кому-то надо, если забронировать, пишите, забронируем автомобиль, приедете, заберете. Все, друзья, канал Новая Лада Тольятти с вами был. Меня зовут Денис. До новых встреч, успехов вам. Всего хорошего.